Казахстанцы меняют тесные квартиры на просторные дома. Желание жить на земле аналитики связывают с коронавирусом. Ведь во время карантина многие оказались заперты в четырех стенах. Именно поэтому недвижимость в частном секторе стала очень популярной. Но, несмотря на это, квадраты в многоэтажках тоже продолжают дорожать. И в этом году их стоимость подскочила сразу на 15%. По данным онлайн-сервиса объявлений OLX, рекордный рост зафиксирован в Шымкенте и Караганде. Мы попросили наших региональных корреспондентов проанализировать цены. И вот что из этого получилось. В Караганде жилье подорожало сразу на 15%. Правда, ни продающих, ни покупающих это не останавливает. Риэлторы сейчас на расхват. Ежегодный период продаж, который обычно начинался в августе, из-за пандемии перенесся на позднюю осень. Специалисты рассказывают, после ослабления карантина жители многоэтажек ринулись на поиски частных домов и дач. Привлекательнее такое жилье стало и после новостей о газификации региона, которую планируют начать как раз с частного сектора. Подорожали на этом фоне и элитные дома. Причем за такие суммы, рассказывают риэлторы, можно приобрести достойную жилплощадь в Европе. Это был поток. То есть поток и очень большое количество домов действительно было продано вот в летний, в осенний период получается. Но и сейчас осень идет. Но тем не менее звонков очень стало по домам мало. Здесь много факторов. Подорожание цен. Цены у нас выросли на все. На продукты питания, на коммунальные услуги. Человек, продавая свою недвижимость, отталкивается и от этих факторов. А как я буду? А у каждого еще есть кредиты. Стоимость квадратного метра в новостройке начинается от 250 тысяч тенге. Такие же цены в столице и Алматы, где домов возводят в разы больше. От этого и дороговизна заветных квадратов. Вторичная уступает лишь на 15%. После карантина желающих улучшить условия стало меньше. Больше тех, кто продает здание или жилье, чтобы расплатиться с долгами. И уже на оставшуюся сумму обзавестись жильем. Прогнозировать снижение цен специалисты не берутся. Для этого необходим стабильный курс валюты, уменьшение ипотечной ставки и открытие границ. Поэтому ожидается лишь традиционное затишье. Только единицы решаются на переезд в зимнее время. Ну а дальше о недвижимости в Алматы, где желающих перебраться в частные дома тоже стало больше. Режим самоизоляции подтолкнул алматинцев менять квартиры на дома. Риэлторы говорят, спрос на жилье в частном секторе вырос почти в два раза, а вместе с ним и цена плюс 10%. Но дорожает недвижимость и в многоэтажках. Аналитики онлайн-сервиса объявлений подсчитали, что за этот год цена выросла сразу на 15%. В новостройках за квадратный метр в среднем просят 360 тысяч тенге. На 70 тысяч меньше продается жилплощадь на вторичном рынке. Специалисты уверяют, рост стоимости квартир необоснованный. Это искусственный ажиотаж, да, он есть среди собственников. Именно в том плане, что они ориентируются на тот момент, что сейчас люди смогут снимать свои пенсионные накопления. Да? Но, как вы знаете, там критерии по пенсионным накоплениям 28 лет, там чуть ли не 3 миллиона тенге должны быть собраны. Да? Это очень малая часть категории клиентов. Это не может служить резким критерием для повышения стоимостной оценки самой недвижимости. А еще владельцы квартир на вторичном рынке поднимают цену вслед за растущим долларом. Объективно повышать стоимость могут разве что за жилье в новостройках. Там это хотя бы можно объяснить дорожающими материалами. К слову, новенькие квартиры подскочили в цене максимум на 6%. Специалисты говорят, после карантина люди стали совершать больше сделок. Однако покупателей сегодня все равно куда меньше, чем продавцов. А как обстоят дела на рынке недвижимости в Шымкенте, расскажет коллега. В Шымкенте рост цен на недвижимость не остановил даже жесткий карантин. Несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозировали небольшой спад стоимости жилья в пик пандемии, этого не произошло. В третьем по счету мегаполисе Казахстана за три последних месяца квартиры напротив подорожали. Причем сразу на 20%. И это, говорят специалисты, только начало. Ну, сейчас цены остановились, как бы вот мы мониторим все это. Клиенты к нам тоже обращаются, кому нужно продать, просят, чтобы немножко спустили цены. Ну, в общей сложности где-то, скорее всего, весной тоже будет небольшой подъем цен на недвижимость. На сколько процентов? Ну, процентов 15-20. В среднем вот в этом интервале вот подъем идет.
Как правило, осенью и зимой рынок недвижимости замирает и отражается на стоимости. Проще говоря, именно в холодный сезон цены на жилье сохраняются на одном уровне. Поэтому эксперты советуют, если кто-то надумал покупать квартиру или дом, сейчас для этого самое время. Что касается нынешних цен, то за квадратный метр первичного жилья в Шымкенте просят от 220 тысяч до 310. А вот квартиры в элитных домах доходят до 350 тысяч тенге за квадрат. А вот в Актау цены на недвижимость, напротив, пошли вниз. Сейчас узнаем подробности. Да, Актау внезапно оказался городом с самыми дешевыми ценами за квадратный метр. А ведь раньше мы всегда входили в тройку самых дорогих. Казахстанские эксперты сегодня оценили среднюю стоимость одного метра в 178 тысяч тенге. Местные риэлторы при этом называют цену чуть выше – от 185 до 195 тысяч. Но и такого, они говорят, раньше не было. По словам специалистов, одна из главных причин – обычный закон рынка. Сегодня в городе у моря дома строятся завидными темпами. И количество предложений уже серьезно превышает спрос. При этом застройщики не гонятся за ценой, боясь потерять клиентов. Но вторичный рынок не может сильно обгонять по стоимости новостройки. Другая причина связана с коронавирусом. Он повлиял на покупательскую способность. Пандемия – это, вы же все знаем, что у нас нефтяной край. Вот. Много нефтяных компаний у нас сейчас закрылось, то есть прикрыли они, приостановили свою деятельность. Соответственно, очень много народу у нас ушло на бессодержание. И люди просто ушли в никуда. И, как понимаете, у нас сейчас сейчас не до покупки жилья. И это, естественно, влияет на динамику цен на нашем рынке. При этом ждать резкого падения цен в ближайшее время, говорят, не стоит. Ждут даже роста, правда, всего на 0,5% и, скорее всего, только после Нового года. Более выгодно квартиры продают только те, у кого недвижимость в прибрежной зоне. Здесь цены на 15% выше, чем в других местах. Выгодно купить в нашем регионе сейчас можно дом на берегу моря. Правда, не в самом Актау, но совсем недалеко от него. Стоимость частных домов, расположенных в ближайших районах, по оценкам экспертов, за последние 4 года снизилась почти вдвое. Поэтому тем, кто мечтал жить на первой береговой, сейчас самое время планировать новоселье. Корреспонденты КТК рассказали вам, в каком городе выгоднее всего сейчас приобретать квадратные метры.